У нас у студії вже є гість Діана Яворович, тренер та експерт з перманентного макіяжу. Доброго ранку, Діано. Я знаю, що часто перед 8 березнем дівчатам щось хочеться зробити собі. То зачіску змінити, то, можливо, там підкреслити свої брови, губи. Чи часто якби звертаються, і особливо перед такими святами? Дуже часто, особливо це починається весною. Я перейду на русский, я так от шума. Особенно це перед, наверное, весна, коли просипається природа, дівчатки знімають шапки, переходять в кроссовки, в туфельки, і вони хочуть уже як-то все краще. І чаще всього на сьогоднішній день це женщини, дівчатки, які відсутствие свободного времени, робота. Все у нас эмансипированы, все у нас бизнес-вумен. Хочется хотя бы минут 15 и больше поспать с утра. Поэтому такая процедура, как перманентный макияж, в принципе, очень сильно выручает многих. Вот кому-то это по медицинским показаниям, кому-то это, в принципе, для экономии времени. Давай разделим процедуру, ну, перманентный макияж, как для краси и для медичних показів. Для краси, что может сделать перманентный макияж? Ой, можно сделать красиво натуральные бровки, красивые губки. В сегодняшний день эта процедура борется за натуральность, потому что все больше и больше появляется мастеров, которые делают это надолго. То, что я называю салон зона, вот, будем шутить. Вот. А на самом деле, если сделать это все красиво натурально, то, в принципе, это удобно. Это, во-первых, можно сделать красивую форму бровей, сочные красивые губки, особенно у девочек, у которых потеряна асимметрия, потеряна, возможно, контур, когда они вырисовывают это все, когда стрелки с опущенным веком уже просто нереально ровно нарисовать, а все-таки хочется подчеркнуть глаза, особенно это касается возрастных девочек, там за 60, когда они уже без очков, в принципе, сложно нарисовать это все. Але слово девчат. Да, ну все девочки. Ну как? Это. Ну, как приятно, когда девочка 60 приходит, и она слышит девочка. Ну, это лучший комплимент. И не надо говорить, какие у нее красивый маникюр, какая у него красивая там прическа. Нет, ты говоришь, девочка, она все. А я, принаймні, зараз напередодні жіночого дня за всіх чоловіків, які зараз нас спостерігають, хочу прояснити. Макіяж ми, в принципі, знаємо, а перманентний макіяж. Ось трактування, можливо, ну, не так походження слова, як саме значення. Зараз чоловіки такі сидять, думають, ну, Інеса в темі, Тарас тут сидить, спостерігає, теж робить здивування, очі такі. Да, ну, зараз будемо розкривати всі секрети. Так, ну, щоб аби справді розібратися. В последнее время мужчины думают, что женщина с утра всегда просыпается красивой. Пусть так думают. Да. Так и есть. Да. Вот. Иногда это есть такая маленькая хитрость, как перманентный макияж, если он сделан правильно. Ну и плюс, конечно, для мужчин это экономия все-таки. Жена не приходит и не говорит, дай на новую помадку, дай на новую тушь. Все-таки это вот очень сильно выручает мужчин. Вот. Что такое перманентный макияж в принципе? Это тот же макияж, только держится он дольше. На дольше. Да. То есть он не держится навсегда, он держится дольше. Вот это для мужчин очень красиво и хорошо. Когда помада не остается на воротнике, ну, это очень удобно. Окей, тоді ще одне запитання в нагрузку і передам слово Інесі, вона більше в цій темі розбирається. Нам теж цікаво, що цікаво чоловікам насправді. Чи це є суто за гендерною такою розмежованістю жіноча процедура, чи чоловіки теж, можливо, користуються ось послугою перманентного макіяжу? Чи все-таки це більше? Ні, мужчини дуже часто користуються. Ну, к сожалению, не в Україні, тому що в нас мужчина-мужчина, якщо взяти Європу в цілому. Ну, але такі метросексуали, да, які за собою, да, слідкують дуже вот, сильно. У кого есть очень выражено сосудистые, сосуды просвещаются на губах, так называют синюшные губы у мужчин. Они хотят их чуть-чуть притушить, цей не притушить, да, 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 сделать более свежими. То есть, и когда хочется сделать больше яркие глаза, на сегодняшний день очень распространена процедура у мужчин, как межресничный татуаж. Это когда
прорисовывается вот между ресничками, протушевывается, и глаза кажутся гуще. Вернее, больше глаза, гуще ресницы, они все такие светлее. И это не зрозуміло без зони, что там есть таке правильное втручание майстра перманентного макияжа. Для мужчин это на сегодняшний день тоже очень распространено. Особенно это касается таких показаний по медицинской части. Знаешь, вот. У тебя великие достижения саме у цій сфері. Ти брала участь у численних конкурсах. Розкажи, будь ласка, де ти перемогла, власне? Ой, не люблю хвастатися. Треба, тому що ти в нас в студії, а нам буде приємно, що наша вінничанка досягла такого високого рівня саме у цій сфері. Брала призові місця в чемпіонатах України. За моей спиной чемпионат мира, где второе место. Я обещаю Украине взять первое. Это вот скоро будет. Я призер чемпионата в Мюнхене. Скажем, такой серьезный призер. Вот, поэтому и не останавливаюсь. В этом году у нас судья, тренер, да, тренер, судья, спикер на нон-стопах, да, то есть развиваюсь. А на сегодняшний день я готовлюсь к чемпионату очень серьезному, не буду оглашать, я надеюсь привезти оттуда вот только кубки. Да. Вот, буду представлять Украину, поэтому... Також не зовсім зрозуміло, напевно, не зовсім проінформовані навіть жінки у сфері перманентного макіяжу, коли це необхідно за медичними показами. Як можна змінити ситуацію і які взагалі бувають, коли потрібно втручання саме майстра перманентного макіяжу? Допомога, якщо так да, сказати, коректно. Ну, во-первых, кожна втора жінка, это очень плохо, но на самом деле сталкивалась с операциями, пусть то кесарево, пусть то какие-то аварийные ситуации, то есть есть рубцы. То есть на сегодняшний день перманентный макияж парамедицинский позволяет эту проблему закамуфлировать, улучшить структуру рубца и, в принципе, закамуфлировать его, сделать менее заметным. То есть мы пользуемся тональным кремом женщины, да, то есть мы понимаем, что под ним может быть не все так прекрасно, но когда это зрительно красиво и не стирается, и поэтому это очень удобно. Также очень многие женщины и мужчины страдают такими проблемами, как растяжки при сбросе веса, при наборе, там, при беременности женщины. Ну, вважаете, да, что это уже пожитево, что это им будет видно, это... и это, да, если они уже есть, то ты уже их уже никуда не денешь, не да. То есть сама по себе процедура перманентного макияжа в этом случае, она имеет функцию камуфляжа, когда под кожу вносится очень мягкий пигмент, который не закрашивает ни в коем случае, а создает эффект хайлайтера под кожей, который зрительно не так, скажем, камуфлируют сосуды, которые не так сильно выражены. Вот. И плюс также сама по себе процедура, она делается иглой, она делается манипулой, и это повреждение кожи, травматизация. А при травматизации кожи мы знаем, что она начинает себя восстанавливать, вырабатывается коллаген в тех местах, где в принципе была проблема, которую не закамуфлируешь, сам по себе организм начинает себя восстанавливать. Поэтому после таких процедур, как камуфляж, они становятся менее ощутимы, они становятся мягче, они начинают затягиваться. То есть косметологи знают такую процедуру, как микронидлинг. Я не косметолог, поэтому я просто знаю, как это происходит. Да. Я тоже не косметолог. Да. Да. То есть на самом деле вот в этом случае при правильно проведенной процедуре есть очень хорошие результаты, поэтому именно вот в плане растяжек рубцов. Также... Ну, це часто там, где виникають ці стрії, так, розтягнення, да, шкіри, да, роблять тату, але воно теж не завжди зберігає форму, так, тому да, що вони ну, та, можуть знаю додаватися саме ці стрії. Да, ну, можуть просто виглядати, як будто би обвисше. То есть я не думаю, що це красиво. Я вважаю, що в цьому випадку краще довести кожу до более-менее нормального состояния, только тогда уже рисовать красивые рисунки. То есть в этом случае парамедицинский татуаж, камуфляж ни в коем случае не помешает нанесению нового рисунка, потому что там не носятся краски, там носятся пигменты, которые они очень разбавлены, скажем, концентрация у них такая, что она не помешает, не разбавит пигмент, который внесется с поверхностно. То есть оно никак не влияет.
знаю, також в тебе є такий напрямок, він благодійний напрямок. Ти зараз запроваджуєш ось таку діяльність, саме, ну я так розумію, це стосується і онкозахворювань. Так. Розкажи, будь ласка, що це власне таке і як воно може допомогти людям? На сьогоднішній день очень, наверное, когда достигаешь очень многого в профессии, хочется помогать людям, ходить на это время. И в нашей студии есть такая процедура, на сегодняшний день она бесплатна абсолютно. Это восстановление 3D-ореолы сосков. Это не закрасить их, а именно нарисовать, восстановить. Гранулы Фордайца, то есть такие точечки красивые, вот, полностью ореолу. Особенно у женщин после двухсторонней мастектомии. То есть созрительный эффект создать, как будто бы есть тот орган, который его лишила почему-то природа, жизнь, несправедливость, возможно, у кого-то. Но женщины в Украине, опять-таки повторюсь, они очень боятся этого всего. Их намучили, их в принципе эта болезнь намучила. Но кто сильный поборол, все же как-то с опаской идут. Но кто сделал, те, конечно, вот эти слезы радости видеть, когда женщина встает, тут не было, тут она понимает, что на ощупь его нету, но на зрительно это есть. И я видела эти слезы, я честно скажу, наверное, это стоит того, чтобы делать это дальше. Возможно, даже делать постоянно бесплатно. Ну, это творчество, знаете, вот это как художники, они рисуют на улицах, а я рисую на телах, и мне это нравится. Особенно вот так. Почув, може знайти Діану в Фейсбуці, написати їй. Якщо раптом є такі покази, чи необхідна допомога, Діана Яворович у нас у студії, вона це робить безкоштовно. Тож, дорогі любі жінки, звертайтесь. Я думаю, що ти ніколи не відмовиш. Ніколи. Окей, а якщо раптом невдалий татуаж, ну, допустимо, брів, так? Чи невдало зробили ще якісь там моменти, які стосуються візуальної краси жінки, що робити тоді? Адже ну, не кожному майстру ти можеш довіряти, а можливо довіряєш, але не знаєш, що це буде круто насправді. Ну так. Да. Це, мабуть, зараз підберу правильне слово. После ВИЧ, после онко, это, наверное, проблема среди мастеров номер один, потому что кто-то насмотрелся в Ютубе роликов, начал работать, купил там китайскую машинку, начал работать, не понимая, на какой глубине это происходит, чтобы это было правильно, чтобы это не было, как я называю, золотые купола навсегда. Вот. И синего кольору, так? Да, синий и зеленый, это зависит от гемоглобина человека, от цветотипа кожи. То есть это вот цвет зеленый, синий, это красный, это зависит от пигмента. Это целая наука. Это целая наука, знать, почему именно такой цвет. Вот. Поэтому все больше и больше студий, мастеров запасаются лазерами, ремуверами, которые есть разных видов. И вот солевые, кислотные, щелочные, неважно, главное этим правильно работать. Но все-таки выдалить реально? Иногда на полностью нет. Иногда можно сделать так, чтобы довести кожу и саму зону татуажа до того состояния, когда можно его, по крайней мере, улучшить, перекрыть, сделать это красиво. Но есть такие работы, которые я не знаю, что с ними можно сделать. Ну, только, наверное, уже вырезать пластик, я не знаю. Ну, так, конечно, тобто, очень грустно. Сім раз відмірь, один раз відріж, в даному випадку дуже актуально. Очень, очень. Тому що діло, я хочу сказати, що діло не в ціні мастера, діло в тому, що як мастер себе любить. То есть он может быть недорогой, но при этом очень хороший, и при этом он может быть дорогой и очень плохой. То есть здесь очень важно смотреть зажившие работы, смотреть возможно, подругам, есть такое сарафанное радио, все же видеть хоть на ком-то свою работу, если она понравилась, то есть вот в таком случае идти к мастеру. Ось такі поради від Діани Яворович, друзі.